течение рабочего дня наша редакция отслеживает все новости, которые происходят в Кирове и области, отслеживая все информационные порталы, а также газеты. Так вот, друзья, не можем не отметить, что некоторые заголовки прямо-таки просятся в нашу любимую рубрику «Дичь дня». Дичь дня. Итак, рубрика «Дичь дня». «Дичь дня». Испытай катарсис от кировских новостей. Поехали. Все, что вы хотели знать о слободской пожарной охране и пожаротушении в Слободском, сосредоточено в первом заголовке. В Слободском сотрудники МЧС проведут противопожарный крестный ход. Следующий заголовок, который также поражает. «Газ приходит в квартиры кировчан». И, вы знаете, мне кажется, особенно рады приходу газа кировчане, у которых электроплита. Дальше рубрика «Мастерство заголовка». Одна и та же новость у разных изданий может выглядеть по-разному. Вот смотрите. Как сообщает Ньюслер, Никита Белых посадил сосну. Вятка.ру. Никита Белых посадил сосны. И, наконец, первоисточник. Никита Белых и члены правительства посадили 1000 сосен. А последующие новости можно написать детективный роман под названием «По прозвищу Кулинар». Кировские полицейские больше года ищут мужчину, который украл мультиварку и блендер. Мало того, они просят помощи у читателей. Веселая игра под названием «Помоги кировским полицейским поймать кулинара». Кстати, судя по тому, что он украл еще и блендер, он любит смузи. Вот, кстати, как выглядит этот любитель смузи. Ну а закончим мировыми новостями от портала Ньюслер. Китайцы запустят в космос человека на воздушном шаре. Вы представляете, что будет с ними, когда они узнают, что уже велосипед изобретен? Это была рубрика «Дичь дня», друзья. Какие новости, такая и рубрика. «Дичь дня».